приехали вот на такой пляж. Его нет нигде, ни в каких источниках для туристов. Жаль, что ветрено. Зато девушек здесь много. На квадрокоптере тут летать уже не буду. Ветер сильный. Но посмотрю, что на дне. Watching for a weakness in my plans. Everything you thought I would become, all that you were sure would come undone. We're in the past, lying in the dust. I have overcome. 'Cause love is unstoppable. You will run until the world is gone. Такая пещера, туда хочу пойти. Хорошо, что сюда поднялся, потому что вид изумительный. Я бы сказал, даже просто сногсшибательный. Все-таки скажу вам название. Коуталас Бич. В описании будет название этого пляжа. Как я понимаю, это что-то наподобие Шайтан Лимани. Есть такой пляж, очень популярный, много туристов. Здесь дикий пляж, дикое место, туристов здесь нет. Приезжают какие-то то ли местные, то ли полуместные. Какой-то сейшен девчонок здесь был. То есть это такое... очень тихое, спокойное местечко. И здесь очень офигенно, и наверняка очень круто здесь в штиль.
Хотя и вот в такие волнистые дни здесь тоже очень красиво. Поэтому приезжайте. А, пещера. Класс вообще была. Ну, на сегодня тоже все.